Давай сюда, Глеб, здесь красиво очень. Потолок просто держится на честном слове. Это нормально, это во всех шахтах здесь так. Ну, понятно. Ну смотри, в Вилгасе там все гораздо лучше. Она тоже очень старая, но там все гораздо лучше. Там еще ни одного обвала не было. Потому что там порода другая просто. Сюда, да, посвети. Мне просто этот... С руки не... Могу не вот так. Чисто ноги, подожди. Куда пошла? Обратно, пару шагов. Подожди. Ну что, заходишь? Мы сюда, я здесь не были. Не доходили до сюда. Пройти, думаешь? Ладно, жёлоб. Стой пока, чтобы я ушёл. Что там? Пакет просто. Пакет просто. Ты думал, это что? Это ходов был когда? Ну да. Здесь выход найти нереально, думаю. Их все засыпали давно. Вполне реально. Реально? Я думаю. Вообще надеюсь найти выход с другой стороны. Если только в лесу где-то в дремучем, где фермеры ничего не видят. А на полях нереально. Большинство земли здесь это поля. Если обвал случается, тогда фермеры их очень быстро засыпают. Мне так нормально. Ну, это нормально. А ты думал, мне скорость подарит? Здесь видите, полегче?
Масло камня. У тебя спички с собой есть? Спички? Спички, да. Зажигалка. Можешь зажечь? Он уже тогда рассказывал, что если идет волна СО2, просто успевает прохлада забирать. То есть не один, да? Ну, не снизу СО2, как я понимаю, потому что здесь не уже. А сланец не выделяет СО2, как я понимаю. Может, что не выделяет, но здесь все мокрое, здесь все давно уже. Да, все могут уделять. А, если тогда, да. А с этим нужно оставать, да? Они могут... Ну, тут, походу, отрезка, вон наш шпал. Вон они. Давайте к нам перебирайтесь. Для тех, чьи интересы. Я думаю, перебирайтесь к нам. Там тяжело, да, так плотно. Не тяжело, там закапывается. Для тех, чьи интересы. Вода просто гипнотизирует под цветом. Стой. Направо теперь, походу, дело входит. Так, стой. Здесь этот самый, желоб. Я понял, да. Это водосы. Лучи от фонаря, только я тебе. Но они везде. Эта пыль, она везде здесь. Я только что-то заметила ощущение. Что... По всей шахте она равномерно располагается. Ну, может, да, может, чем глубже мы идем, тем больше пыли, потому что тем меньше там этого обмена воздуха, как я понимаю. А тут газов не может быть? Здесь что? Газов. Да. Но особо не должно. Не убежать, так? Только воздух, если что, нравится, обманывается. И это не канализация. Канализация, да, там опасно не кажется, есть. Здесь много. Вот и сама сланцевая порода. А? Здесь нужно идти очень осторожно, передвигаясь, потому что воду совсем замутили. Тут еще и бревна засыпан ход или вентиляционный штрек, глина. Сочится как кровь, смотрите.
я проверю. Да проверь, но только толку там обкаточный. Все, замерзло уже, да, там все завалено тоже. Хорошо, тогда давайте туда обратно на депо и по левому пройдемся. Как бы и все. По большому счету однообразно. Да. Вернемся немного обратно и посмотрим, что там есть еще интересное. Ладно, пошли туда. Дедос? Дедоски. А ты заходи в шерсть, каковой он тот? Антон. Посмотри, там дорога чистая или нет. Идет боковой штрих, да? Угу. Тогда не надо. Пошли отсюда. Да, не бросил или нет? Там уже только 12 минут. Так, что туда пойдем. Осторожно. Осторожно. Да. А пока все его. Тебе говорили, что это ваш штрих. Да. Ты блядь. Ладно, да. Сука! Здесь получше, кстати. Теперь еще улица 12, здесь полегче. Проходите, если что. Сука, у меня одежда портфель переодеться, которая сухая была, офигенно. Теперь на выход. Все, все уже. Да, а потому что он не выдержит. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и делитесь этим видео с друзьями.